И всем привет, ребят, с вами Хэдди. И Сторми. Да, и я надеюсь, говорю то, что эти серии запишутся мне нормально, потому что я начинаю писать именно бандикамом. Потому как Shadowplay меня подставляет. Потому что, блин, у меня не списались две серии, которые, собственно, мы должны, наверное, были посмотреть у Сторми. Если, конечно, ее посмотрели. Ну ладно, собственно, мы идем дальше. Да, некоторые посмотрели. Ну да, кто-то посмотрел, нет. Ну что, пошли? Ты посмотри, недосягаемый прям. Untouchable, да? Ногой прям. Да. Свертухана всем. Да, кстати, надо же представляться то, что мы же это, мистер Шарк и мистер Yellowhead, а не Хэдди. Да. Со Сторми. Блин, слушай, так... Реально так легко месить зомби с этого какого? Ой. С рук? Да. Пойдем отсюда. А, мы же по сюжетке сейчас, да? Ну да. Сейчас подберу еще этих королев. Тут, короче, две ламборджини стоят. Зачем нам ламборджини, а мы можем тупо взять машины наши нормальные. Жопа! Оу. Need for Speed. Сторми, кто быстрее до точек доедет? Ты, блин, ты, конечно. Почему? Я, по-моему, не той поехал. Хотя, может быть, сюда. А, чёрт! Yeah. Блин, Сторми, зараза! Да блин. Чёртовы мертвяки, а. Воу. Ну ладно, ладно, ты, круче, можешь остановиться. Там, я говорю, ты можешь остановиться. Ага. Блин. Да блин, я бы... Мне как машина рванула, так все уже не считается. Считается все. Ищи новую. Так, кто мне там что написал-то? Ну нет! О, мы тут еще не были. Да? Не, мы где-то в прошлый раз были. Здесь мы не были. Ща, у меня этот. У меня мустанг. Рычит-то как? Котенок. Блять, угу. Так. Как-то надо взобраться наверх. Зачем? Там потому что что-то лежит. Да? Тут похоже. Да, она закрыта. Что у нас тут? О, пиво! Пивко! А что, я крафтить не могу, блин. Гады. О, слушай, что это такое? Я тебе сейчас жопу надеру. Сваливаем. Оп. У меня есть. Опа! Dark Souls Stormy! Да. Да я попал по тебе вообще. Да конечно. Ох, прости, пожалуйста. А только я куркнулся. Смотри, хоп! Блин. Оп, промазал. Да. Попал. Нет. Да. И чем тебе это помогло? Ладно, тут на зомбезе. Блин, не там использовал. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. У нас, кстати, сейчас три задания поломаются. Да, и пофиг. Ты где, понял, что ждешь? Сторми, ты нет. Где? Нет. А, на машине все-таки. Ой,
Так, тут бочка горит. Воу! Меч обтрунул. Да дальше. Я не знаю. Хэдди, открой карту и посмотри. Да что значит открой карту, блин? Мне вначале надо в машину хотя бы сесть. Я куда-то доехал. Блин, меня зомби, за мной зомби идут. О, метро. Я всякую хрень с пола ем. Оу! И музыка еще начинается, когда ты бегаешь. Мимо зомби. Мимо большой толпы зомби. О, я вижу твои следы. Sunset Hills. Так, тут... тут должно же быть какое-то оружие. Вот должно быть какое-то оружие. Откуда, знаешь, бегу уже, уже, наверное, третье оружие подбираю за сейчас. И вообще, настоящим кунг-фу ниндзя нужны только его руки и ноги. Так, тут закрытая дверь, которая вообще не интерактивна даже. Дом стрёмное место, кстати. Тут ничего интересного нет. Ну, слушай, тут наверх можно подняться. Гамбургер. Тут статуэтка. Бери ее. Меня жрут. Я тебя спас? Нет, я сам себе спас. Мог бы сказать то, что да. Тебе прикинуться. Эдди, посмотри теперь. Вау. На меня. Маска рестлера. Сзади! Сзади! Лучше отложи. Это говно. Лучше отложи. Это говно. Ой, блин. Спасибо. Извиняй. Воу. Слушай, получается, мы пришли... Ай, блин. Вот зараза. Говно. Говно. Блин, да что ж такое-то, а? Да, спасибо, не сбил анимацию. Ботиночки, кстати, неплохие. Чувак, это дрянь. Я, конечно, кстати, понимаю, к вам пришли. Все-таки не в этот, как его. Нам куда-то в другое место. Опять эти поружи. Тут какая-то серверная. Да, нам что-то надо найти. Как хреново то, что мы не следим за сюжетом, да? Угу. Оу, Dark Souls, детка. Блин, у нас каждый раз, когда мы берем пропановый баллон, у нас задание появляется найти баллон. Слушай, спускайся ко мне. Вот, да. В сторме. Так, мне нужна еда. Я там уже был. У меня до хрена хавки есть. Тебе нужна хавка? Стой. Стой. На. Давай. На. Ну как хавка отбухает, спасибо, короче. Ну да. Блин, слушай, мне бы брус бы взять. Так, куда вообще надо... Блядь, Сторми. Нажми на таб. Ну и... Ты видишь, где золотая точка? Ну да. А мы где? Ну да. Я блюю. Я прям выхожу из менюшки и вижу, как ты... Так пошли отсюда. Мне на новые ботинки. Ага, на новые ботинки. Поменяй. Пошли отсюда, там... Как бы у нас задание в другом месте.
Хотя, слушай, ты прав, это метро вон вагончик стоит. Только сейчас заметил, что ли? Да. О, трагическая развязка. Да. Еще бы, блин, поясняли, что тут было. Я думаю, там все это можно потом будет смотреть где-нибудь там в меню. Так, я бегу за тобой. Блять, я забыл, как это разворачиваться тут. На пробел. На спейс нажимаешь, да. Блин, у меня все отрисовывается потихоньку. Отмазывайся теперь. Ага, ага, отмазывайся. Пойдем. Она сейчас взорвется! Воу! Ну нафиг. О, а я телепортировался. Телепортировался, это круто. Сохраниться надо. А, там сейвилка. Да, туалет. А я мощный, с одного удара зомби разрубил на две части. Mm-hmm. Граната. Зараза. Господин Шарк с дробовиком. Ага. Run for your life, it's grenade! Я вижу чертеж. Угу. Как туда забраться, я не знаю. Ну да, так-то он не достает. Ну, 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 прыжок, 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 прыжок. Да, погаюз. Я богаюзер. Сторожевой кот. ЖК-монитор плюс бочонок? Что? Это как? Как из этого можно кота собрать? Так же, как можно собрать крутую машину из этого, из катка и... Что там у нас еще было? Мотоцикл, по-моему? Нет, не то. А, блин, я тебе забыл прицелиться. Я вот так... Ух, слушай. Боевой топор, чё у нас тут гарпунное ружье стоит. Палаш. Слушай, кто-то жил даже. Моторное... А, слушай, палаш плюс моторное масло, да? Угу. Наверное. Да. Бухло, еще что-то. А, и, ну, естественно, статуэтка. Да, да ну нафиг. Слушай, реально, все можем забраться только богоюзом. Зомби зажигают? Да пофиг. На самом деле, я думаю, стоит ходить только на эти, как его... на боссов. То, что с ними хотя бы что-то весело происходит. На боссов? Но на каких боссов? Ну, они обычные. На дополнительные, ну, ты, да, имеешь в виду? На дополнительные. Блин. Хорошая идея. Какая? Да-да. Бум! И все, прыгнул. Бум! А, эти скотина, там тупо машины не прилетают. Один удар зомби улетел без ног.
Я еще одну статуэтку. Слушай, мне просто везет на статуэтке. Куда я попал? А, карта. Сторм, если ты доберешься до точки, то жми. Потому что я не понимаю, ага, где я. Открой карту, говорят, помогает. Да, блин, я чувствую себя сейчас Остином Пауэрсом. Да, наконец-то я развернулся. Что это? А, ну ладно, там нормальная машина есть. А это фейерверки типа. Ну чё, я на месте. А, я еду, блин. Да ну нахрен машину. Что там было? Ждем другого игрока. Просто великолепно. Не, ну ты за другим игроком можешь взять и съездить, конечно. Ну или же он сам себе на что-то найдет машину. Но у меня уже машина сломалась. Наверное, это я еду. Блин. Эй, осторожней! Да я водитель от бога, черт возьми. Правда, мне такое ощущение, что у меня колеса пробиты. Иди сюда, Сторми. Хэдди, ты мог нажать таб, чтобы присоединиться ко мне? Не, это скучно. Потому что мне такого не вдавало. И у меня есть железная кошка, у тебя нет железной кошки, понял? Чё-то мне кажется, сейчас босс будет. О, опять спецназ. Оу! Информация с камер наблюдения. Она у вас? Вся? Хотя рожа у нее нет. Так себе. Давайте. Как это на старые. Меньше всего нам нужны свидетельства о нашем спасении. Пожалуйста! Кто-нибудь! Стоять! Пожалуйста, помогите, жена! С вами еще кто-нибудь есть? Нет, 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 она... она ранена. Заприте здесь все. Прикольная маска. Прошу. Я хочу такую же. ГОСТы, что ли? Ну да. Да блин, займи, кстати, ее везде запихнули. Как вы могли? Не зря зовут маленькой смертью. Нет! Стойте! Ты их убила. Какой наблюдательный. Ой, долбоёб, а. Прелестно. Люблю доморощенных героев. Хэдди, тебе повезло. Хотя тут нету. Все-таки сломается. Сюда, ребята! Живи, живи, живи! Да, по-моему, на полу, кстати, что-то валялось. Оу, да ну нафиг! Эй, граната, так... граната, граната! Моя киса улетела! Тут мою кису разнесли. Спрятаться. А я не знаю. А, Сторми, не надо в меня бежать, а... Блин. Что там гранатами швыряют, а? Ноть его. За мою кису!
Прикинь, они мне даже не дали использовать кису. Слушай, у меня хилки нет. Вот хилка. О, я хочу вот эту машину. Копскую? Зачем? Воу! Да, она закрыта. Слушай, я ведь к тебе могу залезть. Ну-ка. Стой. Поехали. Слушай, а прикольно сделали то, что можно так залазить. Не пролез, да? Блин, очков нету. Да. Дроба, опа. Делай. Ты понял намек, да? Блин. Что тут может быть? Аза. Я готов, детка. И что это за хрень такая? Эй, осторожно! Эй, ау. А это что-то... Враг. Это, да? Я и успел повредить. Хавка. Тьфу, это гнилое яблоко. Да, хавка. Что там делаешь? Зомби убиваем. Блин, кусок мяса. Я хочу стать каннибалом, я хочу есть мясо зомби. Потому что-то взорвалось. Да. Да. Блин, слушай, я по зомби попасть не могу. У меня тоже такое было. Зомби-коп. О, сливки. Тебе нужны сливки? У тебя что-то с китами. Оставим потом. Кофейник. Кофейник и выкинул. Ага. Этот пулемет. Да, он, блин, такие добивания убогие. Так, а нам куда-то выше надо вообще идти. Сторми, нам сюда. Пойдем. Ну что, готов? Ну, не знаю, наверное. Так, я его загасил. У меня двое тут. Потанцуем. Ох, блин! Нифига себе, у меня с колена долбит. А что, ты колено уложил? Нет, он мне с колена в лицо попал. А, блин, привычка, хочу перезарядиться. Так, еще одна МК. Еще одна МК. Слушай, а у них устоял стационарка, похоже. А, это камера. Что ты взял? Вон, эта камера просто на полу лежит. Третий этаж проверить. Откуда она его достала? Догадайся. У нее еще и РПГ. Я не попадаю даже. По-моему, у нее хитов не осталось. Хильда? Нет, у нее две полоски. А, две полоски.
У нее две полоски, понял, ходил? Ну да. Я его порастреливаю. Она не дала по щам. Тебе. Че, все что ли? Похоже, дело, да. Я не только выстрелил, и все. Оу. Я это топором замахал. Откуда она РПГ достала? Догадайся. Она мне дала опять ногой. Три полоски. Три кубика. И у меня тоже. Ну все, ты ее замахал. Нет. Сторми. Лови топор. Блин. Она что, убежала? Реально? Да. Насквозь Фигни. Текстуру. На. А. Эти сливки выкинул. Да я яблоки ем. Они гнилые, ты можешь убивать. Ау, слушай, тут еще бэдгай есть. А он их пить... А, во. А, я джедай! Блин, опять ты пришел. Давай мы будем нападать на кого-то не вместе. По отдельности. Нам куда? Ну, как я понимаю, за ней. А, вон, вон она. Нажмите, чего там, С? А, окей. Размеры правды важны. Размеры правды важен, мальчик. Да. Ох! Подушки. Опять тебе повезло, Хайди. Я кончила первый. Че, сдохла, что ли? Надеюсь. Ну. Флешка. Конечно, она же позвоночником об асфальт. Ну да. Она травматизировала. Угу. Пошел такой. Мачо. Че-то не знаю, знаешь, че, вокруг кого? Че? Какие зомби надо убить? А вон, вижу, прямой. А чё бы мне значок над головой, как будто бы что-то сейчас взорвется. Хрен его знает. Чё за пушка-то у тебя вообще? Чё она делает? Дробовик и все. А если на сильную атаку ей нажать? А, ну прицел будет. Да. Не, просто я там как бы, типа... Еще эти должны стоять там. Пушка от пулемета. Не стоит. Ну, ладно, поехали прокатимся. Поехали. Пафос, пафос. Да, пафос, пафос. Видел, как чё прыгнул, блядь. Чё врезал. А что ж такое-то? Тут машины очень сложно управляются. Да, кстати. Не, кстати, на самом деле, смотри, какие. Так. Давай. Типа мы, в общем-то, приехали, надо только найти вход. Вон вход. Похоже, что здесь. Надеюсь, они добрались раньше меня. Надеюсь, они добрались раньше меня, ага. Им быть здесь. А, это байк. Они, похоже, добрались, видишь, машина стоит. Да, похоже, стоит. Что кто-то добрался. Уже прикольное место. Красивое. Ага. Открыто достижение наш человек. Хм. Блин, у меня достижение не открыто, черт. Это я. Мы пришли, а это мы. Ну что, Ник, по-прежнему веришь, что правительство нас спасает? Я сам все увидел. Тетка из телевизора, подручная Хемлока, она убивала выживших. С чего вдруг? По крайней мере, когда все это выплывет наружу, восторжествует справедливость. Справедливость? Справедливостью, Энджел, не вернешь. Никого из нас не вернешь. Иногда я не понимаю, зачем мы вообще боремся. Вот зачем! Погляди на нее, Ред. Она была одной из нас, а за семью мы всегда боремся до конца. Эй, извини за предубеждение. А, магазины такие. У кого?
у тебя красные. Ну это как у... из костюма рестлера. Встретимся на башне через пару часов. Я выдам тебе топливо, и мы все свалим из этой дыры. Вместе. Надеюсь. Хорошо? Нет. По-любому не выберемся. Угу. Увидимся. Даже такие наркоманские игры так быстро не заканчиваются. Ну да. Не, а сам как-то все, ты знаешь, как-то быстро все развивается. Даже особо-то интриги никакой нет. Не то, что в первой, ну, да. Во второй части там. То, что, ах, у хрена нас поставили, что же вообще происходит. Сюжет не сильная сторона этой игры. Ну да. Не, ну почему, там тоже есть. Думаю, интересно, зачем девчонку ищут, если она постоянно колется с зомби-рексом и тому подобное. Ну, собственно, давай, наверное, завершить на этой серии. О, смотри, бассейн. Ты неправильно сказал. А что это? Что это? Что? Смотри, трупак валяется. Ну я вижу. Ее, походу, утопили. Ну да, утопили, потом размажили голову шлакоблоком. Прикольная вещь. Ну а на ребят, собственно. Ла-ла-ла. А я и ты отлетел, причем. Пригнуться. Вопрос закона. На, в тебе кофе. Ну чё, да, давай на этом заканчивать. Да, давай на этом заканчивать. Так что, ребят, с вами были Хэйди. Сторми. Да, и, собственно, мистер... И Dead Rising 3. Да, это был Dead Rising 3. Ну а пока что, ребят, давай мы увидимся с вами в следующей серии. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на оба наших канала. Заходите в группу ВКонтакте и делайте просто добрые дела, ребят. Ну а пока что, всем пока. До новых серий. И до новых рывов, конечно же. Пока всем. Промазал.